Привет! Опять радио Бали в эфире. Мы заехали сегодня на шоколадную фабрику Сорга. Вот нам тут показали, как все работает. Мы уже прошли, но я вам быстро проведу эту экскурсию еще раз. Начну с того, с конца. Сейчас переключу. Переключил камеру. Далее вот продегустировать вот в таком виде. Вот так выглядит кофейный плод до того, как из него вытащат зерна. Вот так выглядит дегустационный стол. Тут у нас куча всяких сортов шоколада разных, очень вкусных. От 85%, 72% со всякими добавками, мука и так далее. Вот Лариса с нашим экскурсоводом сидит, а я пойду покажу вам, как это все выглядит, как делают настоящий вкусный оригинальный шоколад. Значит, вот это вот, собственно, как растет кофе. Вот он выглядит вот так, такие листики, рассада, и вот это вот уже взрослое, не знаю, кустарник, дерево. Дальше они покупают у фермеров местных зерна, и первое, что они делают, это ферментация. Ферментация делается вот в таких вот штуках. Видите, тут три яруса коробок таких. Они выстилаются пальмовыми листьями, туда засыпаются на 2 дня кофейные зерна. В каждую коробку на 2 дня. То есть засыпали, 2 дня они там побыли, их помешали, пересыпались они ниже. Там еще 2 дня поферментировались, пересыпались ниже, и в конце концов вот в эти ванночки, и отсюда они потом едут в сушку. Сушатся они 5 дней, их постоянно помешивают. Сейчас вам покажу, как это происходит. Это очень маленькая фабрика, работает тут всего 10 человек. Вот, и делают свой эксклюзивный шоколад. Вот оригинальнее не бывает. Вот так выглядит процесс. Hello. Сушки. Видите, аккуратно раскладывают кофейные зерна. Вот они вблизи выглядят вот так вот. И вот каждые сколько-то там часов приходят, сгребают, перемешивают, чтобы все это равномерно высушилось. Все экологичное, натуральное. Прям для настоящих ценителей шоколада. Атмосфера тоже на фабрике такая приятненькая. Цветочки, всякое такое. Ну и у них крохотный цех, где они, собственно, производят шоколад. Я туда загляну одним глазом, покажу вам, как это выглядит. По сути говоря, вот еще вот этот вот аппарат, это для обжарки, вон зеленый стоит. При 85 градусах обжаривается 40 минут, насколько я понял. А потом уже вот в этом цеху здесь крошится, зерна крошатся в вот такой вот консистенции, просто обычная типа крупорушки такая. Вот сухие зерна там лежат, а потом перетирается в пасту вот в этом аппарате. Можно в него заглянуть, вот там остаточки шоколада на нем, и потом это делается темперинг, и потом он разливается по формам и хранится, я так понимаю, вот в этой морозилке. По сути, вот достаточно простой, ну вот в той же штуке, в которой он перемешивается, там же добавляются и вода, и сахар. Если, ну, от этого зависит, собственно, от того, сколько воды и сахара добавлено. Насколько я понимаю, от этого зависит и то, какой шоколад будет, 80%, 90%. 70 и так далее. Вот такая вот у нас сегодня получилась спонтанная экскурсия. Мы, наверное, с Лариской еще купим шоколадика какого-то вкусного с собой. На этом все. Оставайтесь с нами. Будем вам еще что-нибудь интересное про Бали рассказывать. Пока-пока.